Здравствуйте, уважаемые любители Гудяна. Сегодня мы находимся на рынке MaxSA с отличным выбором Гудяна. Вот, пожалуйста, посмотрите, сколько Гудянов на рынке MaxSA. Это всего лишь одна из палаточек. Таких палаток здесь, я думаю, ну, может быть, 20-30. То есть рынок полностью завален гудянами. И сегодня произошло знаменательное событие. Сегодня я взял коп-делу из... Мне сказали, что это из фермы Сувиана. Я взял коп-делу, но на вкус это самый настоящий тайский мантонг. Очень долгое время мы считали, что здесь нет тайских мантонгов, настоящих тайских мантонгов на Филиппинах. Вот, но этот дуриан один в один на вкус, как мантонг. Скорее всего, просто сами фермеры, сами продавцы не знают, что это тайский мантонг, и продают его просто как коп-делу. Но это совершенно другой вкус, совершенно оттенки не коп-делу, а именно мантонга. Поэтому на MaxSA здесь можно купить настоящий тайский мантонг. Вот он, у него консистенция мантонга, запах мантонга и вкус мантонга. Вот отличительная особенность является то, что мантонг, он не такой, что ли, плотный, не такой кремовый, он немножко более творожный, но при этом, мне кажется, намного вкуснее остальных сортов. Поэтому это отличная новость. И в следующий раз я тоже попытаюсь найти здесь именно мантонг. Я не знаю, есть здесь еще. Может быть, у них одно дерево всего лишь растет, но я надеюсь, что здесь можно иногда периодически будет покупать именно эти мантонги, они будут попадаться. Вот. В общем-то, эта новость очень хорошая, потому что я любитель мантонгов. Поэтому я сейчас доем его и буду думать, что делать с этим. Вот. Ну, вам спасибо за внимание. До новых встреч.